Снова здорово, Ютуб. И вот мы здесь. Идем за вином. Дай боже, чтобы его нам просто отдали. Не послав за 3-9 земель добывать его, не знаю, у каких-нибудь других людей. И тем более в какой-нибудь лагерь бандитов. Ясно, понятно? Стоп. Ясно, понятно. Is something the matter? Ты кто вообще? Что-то знакомое, кстати, лицо. Мы с ним, по-моему, уже говорили. Good day to you. What do you need? А, о, ты мне и нужен, господи. Lady Stephanie of Talmberg sent me to... Я просто and смотрю, имя знакомое. Fine clothes from Venice, exquisite spices from Arabia, jewels from Germany. Wine. Good wine. Ah. Ah. Would beer be enough? As a gift for a noble woman's wedding? No, it definitely wouldn't. Then that's going to be a problem. I gave the last keg of good wine away as a prize. Нет, нет, не смей так со мной поступать, только не лучники. Я еще не умею стрелять. Я просру сейчас все. Я просру вино, ребят. No one else in the region will stock it. Can I enroll in the competition? But of course. Go to the shooting range above Ratai. А если я не смогу победить? But what if I don't win the competition? Then you'll have to persuade the winner to part with some truly excellent wine. Твою-то мать. I suppose I'll just have to find a way to get it. I'm sorry, there's nothing more I can do to help. По что? Блин. Мне срочно нужно что-то для обаяния, какой-нибудь отвар купить. Ну охренеть. Нужно купить. Кстати, смотри, это не так далеко от того места, где мы можем того самого облутать этих придурков еще раз. Так. Здесь был алхимик, правильно? Правильно. Ну там вот он был. Сейчас нужно сходить купить какой-нибудь отвар для повышения красноречия, обаяния и вообще всего. Если я проиграю. Ну как если? Когда я проиграю? Чтобы я могла убедить чувака отдать мне вино. Ну или своровать его, конечно, можно, но что-то мне подскажет, что это воровство может закончиться моим заключением в тюрьму. В смысле очень сложно. Алло! Уже утро наступило. Ну-ка открывайте двери, блин. Повесит вверх ногами, блин, да вообще... Отвар для обаяния, это водка. Вот двери открылись, здравствуйте. Вот этот, кстати, аптекарь меня лечил, и я к нему, когда подошла за кадром, он говорит, о, я тебя лечил, я говорю, о, сейчас я вам заплачу за это. Good health to you. И тебе не кашлять. Так. Угу. Живая вода. Что, кстати, делает? Надо брать. Зелье петушок. Ясно. Зелье Лазаря. Похмелье исчезает. Немедленно усыпляет человека, который его выпьет. Ясно. Нет. Не, хотя красноречие на 5 единиц, мать моя. Коняш, это из смешариков. Бараш, коняш, да? Свиняш. Хотя там не было свиняш, но это не важно. Твое состояние ноль? Твою мать! Я ж выложила все и забыла забрать. Ах, боже ты мой, я ж забыла забрать гроши из ящика, я ж выложила все. И забыла про гроши, то что они тоже выкладываются автоматом. Бляха. Что ж за день-то такое, а?
Я постоянно забываю, что гроши выкладываются. Подожди, а где они? Вот они, господи. Кстати, может, мы будем там? Можно и продать заодно что-нибудь. Не, ну это жалко продавать. Шапку, кстати, можно было бы взять в обаянии, когда будем уговаривать. Пригодится. И украшенные сапоги, типа, чтобы внушительно выглядеть. Шапку сейчас натянем. Украшенные сапоги, чтобы красиво было все. О, подожди, подожди, милая, милая. So, how have you been? I can't stop thinking about Scarlett's. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. And where would you care to go? What if we took a stroll along the river? Why not? That sounds lovely. Shall we go? Let's go. Look where you're going. Иду, иду. Начал романс, Карл. Ну что может быть романтичнее висельного холма? Да-да-да. That was a good idea to go for a walk. Not that I don't like the mill, but you get tired of it. So I'm glad you took me out. Я могу тебя потом еще и на сеновал. I'd love to see the markets in Prague one day. Have you ever been to Prague? No, I haven't. I have been in Kuttenberg, but Prague must be much bigger. I've heard it's pretty smelly, though. Yeah, so many people in one place. So many assholes. That's disgusting. Надо шапку эту дурацкую снять. Да и вот эту хрень тоже. Да вообще нафиг все снять. Все, что грязное, все снять. Тапки поменять. Чтоб это снято. Вот эту снять. Ну, хоть так. Яна Гуса. Все только говорят о том, что он проповедует на чешском языке. Блин, жалко нашего чувака, нельзя раздеть хотя бы до голого торса. Блин, что за безобразие? I bet he's just handsome. That's why the women dote on him. You're a right one. A preacher doesn't need good looks for people to listen to him. And what about that fine fellow at St. James? I know full well why all the girls have started going to confession, and you have too. So don't give me any of that. You scoundrel. Well, all right. I admit I find him handsome, but that doesn't make me a bad Christian. I'd never dare to suggest such a thing. Tell you what, let's not dawdle. Не позорься, беги. Last one is a slimy slug. Давай, женщина. Смотри, как затопило, смотри. Смотри, не упади лицом в грязь, женщина. Ой, ты как, ни хрена, как ты бегаешь, слушай. Но я все равно быстрее, я же альфа. А ты будешь моей бетой. Ну, вообще-то нет, но вы поняли. Ой, я устала. А, дышка, как у курильщика, блин. Давай быстрее. Нифига она топит, слушай. А докуда мы бежим-то хоть? Я тебе сейчас буду мешать, слышь, не обойдешь меня. Нет, не смей. Беги, лес, беги. Беги, лес, которым управляют. Ой. Так бы я и бежала. That was fun. Sit down here next to me, Hal.
And what about you? I heard you're helping Sir Radzig. Sir Radzig has me running in a few errands. I have to say, he always treats me well. And I make a wage. So you've had your turn of luck. What's it like serving nobility? I don't know. I suppose it's a job like any other. I don't believe a word of it. If you ask me, you're loving every minute and you don't want to make me envious. Начало положено. Now then. Oh, Henry, what am I going to do with you? Wandering the land, turning innocent girls' heads. Ну, в принципе, да. The only one here whose head is all messed up is me. How do you always manage to look so good? Just look at the lady killer. Where did you learn to talk that way? I don't recall which church service it was exactly. You scoundrel. But you certainly know how to make a girl feel special. You may continue. But now I have to go. Can I go with you? I don't want to give anyone an excuse to gossip. Maybe another time. Я должен позвать Терезу на свидание через пару дней. Отлично. На кой они сделали такие шикарные водоемы, не сделали рыбалку. Вообще-то рыбалка здесь есть. Но мы до нее пока не дошли как-то. Потому что есть места для рыбалки. Давайте, кстати, искупнемся, насколько это вообще возможно. Учиться плавать надо. Читать научился. Пора бы уже и плавать научиться. Потому что, по-моему, меня отмыло, кроме рук. Но это не точно. Сейчас пойдем просирать в этом самом. Так, лучше сделаем. Пойдем сейчас, наверное, сохранимся, поспим. Телепортом даже. Так, где я есть, господи? Пойдем утопимся от счастья. Все, немножечко баиньки. Вот этот час последний или первый. Если он единственный, он, конечно, длится просто нескончаемо долго. Мне кажется, наш герой в конце игры утонет. Не зря он так боится воды. А я, кстати, знаешь, не удивлюсь, если реально будет какой-нибудь момент, который с водой связан. Нас может выкинуть как-то с... Или мы должны будем спрыгнуть с крыши какого-нибудь... Ну, точнее, со стены с какой-нибудь прям в воду, чтобы спастись или что-нибудь такое. Резко научимся плавать. Так. И откроется новая механика. Правда, здесь особо плавать-то негде. Так, а это что такое? А, вот здесь состязание лучков, а там что? А, венец же. Етицкая, мне даже ехать никуда не надо. Это же венец там. Ха-ха-ха. Хорошо. А, ну пойдемте тогда. Даже лучше. Мне жалко, вот нельзя отменить свой пробег. Вот ты идешь и не можешь никак выключить. Вот пока не дойдешь, фиг тебе. Так, господи, разверните меня. Ой, сейчас облажаюсь. Так, господи, игра еще не догрузила текстуры все. Прям проблема. Вот после вот этого патча последнего, 14 мегабайтного, прям дикая проблема. Если я сломаю ноги, если я спрыгну на тент. Мы же не купили зелье.
который уламывает. Я даже не знаю, его пить до или после. Насколько долго оно действует? Красноречие просто у нас тогда будет 12. Просто если до, то может быть, ну фиг его знает. Ну пойдемте, ладно, если что. Выпью, наверное, до, потому что если мы будем стрелять, наверное, там не войдет как-то. Я не думаю, что турнир таким прям долгим будет. Если что, нам должно хватить как-то времени. Я надеюсь. Так, мужик, помоги мне. Jesus Christ be praised. Угу. Так, живая вода, вот мне она тоже нравилась. Берем. Краснобай вам, да? Угу. Читал алхимика, кстати. Учебник по алхимии. Противоядие, примочка, ослабляет боли в костях. О, кстати, рецептики. Ни хрена стоимость рецептиков. Рецепт самогона, потрясающе. Ё-моё. Так, это не то. Во. Снадобье лучника берем. Спасительный шнапс, кстати, тоже бы неплохо бы взять. Хотя бы один. А, у меня не хватит денег. Ну, хотя, может, сейчас скинем. Насколько там разница? Я что-то не обратила внимания. Let's have a word about the price. Why not? Вот у меня... Вот, видишь, не хватает. Давай вот так вот хотя бы. Сейчас он меня пошлет лесом. Are we agreed? Well, now, a little... Насколько? А давай вот так, а? All right, so. Nice. Все, денег нет. Ну ничего, мы знаем, где лагерек, где можно хорошо нажиться. Так что да. Господи, помоги мне. Почему здесь нельзя реально прийти? Почему нельзя сесть на тебе? Бесит. Бесит то, что текстуры не догружаются. Не успевают. После загрузок, после переходов. Так, куда я иду? Я правильно иду? Да, я правильно иду. Ой, ё-моё. Будет обидно, на самом деле. Знаете, что я хочу сделать? Может, еще раз сохраниться перед этим делом? Чтобы потом каждый раз не покупать эти самые... Ну, знаете, что? Пускай будет по-честному. Потому что если я проиграю, не смогу убедить. Я тогда, скорее всего, украду. У нас тут где-то шмот валялся. Не тут. Знакомые все лица. Блин, а я с ним буду состязаться, что ли? Господи, я надеюсь, нет. Так. Сейчас надо хлебнуть. Пища для заданий. Та-та-та, спасительно. Снадобье лучника съесть. Краснобай на всякий случай. Если прям там будет в процессе. Все, вперед. Здравствуйте, очень надо. Помогите мне кто-нибудь. Good health to you. Господь, если ты существуешь. I've heard there's a contest happening.
and that the prize is a keg of fine wine. That's true. I bought the finest wine to be had in the province. I'd like to take part. Do you know the rules? Нет. I don't. You shoot 7, 13, or 21 arrows, depending on who you're shooting against. The straw surround is worth 1 point. The white ring, 2, and the bullseye, 3. Whoever finishes shooting first gets 3 extra points. The round ends when everyone has finished shooting, and whoever has the most points wins. Жопа. It's the custom to wager on it, to make it more interesting, see? The better archers you shoot against, the higher the stakes. All right, that seems straightforward. Uh-huh. Just one more thing. Don't leave while the contest is underway, and never aim or shoot at anything but the target. Otherwise, you're out. Got it? Got it. Splendid. Here's some arrows for you. But you can use your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. Шупа. Почему так высоко-то, блин? Вроде он чуть-чуть левее должен, а не вот так вот. О, ладно. Да твою мать, ты в кроликов попадала, а тут нет. Сраная мишень. Почему она ниже-то летит? Господи, в кроликов попадала выше, ну. Купец-то хорош, блюдок. Мазила! Мазила! Ай, черт. Слушай, вообще офигенен, посмотри на него. Я еще... Вот если бы я не просрала стрелы, конечно, может, мне повезло бы. Просто нереален. О, все понятно. Я первая, дайте мне еще 3 очка. Купец вообще рвет. Ну, второе место, слушай, если сейчас горожанин только не попадет еще раз. Лох. Получи вину другим путем. Да. Каким образом? Дайте вино. Is there someone here who compete with me in archery? Of course. What do you think this range is for? First, I'll explain the rule. You shoot 7, the straw surround, the round ends, it's the custom to... All right. Just one more thing. Got it. Это просто состязание. Это можно пройти... Слушай, я второе место заняла, не так все плохо. Блин, где эти чуваки? Купец Робин Гуд просто, да вообще. Good health to you. Please, do you know who won the archery competition? Of course. It was Albruch. He showed those young men what's what. Вот да. И где он обитает? Рух этот. О, кстати, Беран, вот с него можно вытрясти, где секретки находятся. Получить вино другим способом. Надо болтать руха. Слышь, старый. Купец, блин, офигеть. Чё-то ты не старый ни разу. Мне очень нужно вино. Congratulations on your victory. Thank you. I can't wait to drink to it. Yes, on the subject of drinking, I'm guessing you prefer beer to wine. No, not really. I could drink beer in any tavern, but there's no wine as good as this one. It's just that the wine you won, I need it. Not a chance. I won it fairly. Ну, мне должно повезти... В смысле? Нет варианта, что ли?
Блин, я красноречие прокачала бухлом. И у меня нет варианта через красноречие. You don't want to disappoint Lady Stephanie of Talmberg and her courier, do you? So you say. Mm-hmm. You don't look much like a fine lady's. Ну да, надо было разодеться покрасивше. Блин, ладно, сколько ты хочешь? So how much do you want? А у меня денег нет. Я только что все просрала на эти сраные зелья. Ясно. Понятно. Not much. I won't give you that. You'll be back, though. Вот, блин. А где... Вот, вот как... Вот это да. Слушай, а он где-то живет, и это вино можно украсть? Он же где-то должен жить, правда ведь? Вот где он живет? Ага, я, кажется, знаю, где он живет. Да, сейчас у тебя в доме насру. Еще объем тебе, гнида. Ты нарушаешь закон. Срать я хотела. Блин, и небось вино вот как раз таки вот здесь вот. Где заперто. Капуста. Нахрен мне ваша капуста. Блин, вино вот точно тут, я вам отвечаю. Да ё-моё. Ой, тут кто-то спит. Или тут вообще? Гадость. Блин, 150 монет. Блин. Не, у нас, в принципе, ну, как сказать, мы можем их где-нибудь набить при большом желании. Так, знаешь что? Это все очень интересно, конечно. Давай, игра, догружайся. Слушай, женщина, прости, конечно, но мне сейчас не до тебя, у меня денег нет. Все, ничего не знаю. Если продать всякое. Вот я сейчас иду как раз за всяким. Просто в сундуке у меня не так много, там на 150 не хватит. Только время потратим. Сейчас я пойду в тот лагерь. Бью нахрен всех. Заодно, кстати, сейчас получу этот самый. Главное только не сдохнуть в этом лагере. С другой стороны, если мы в нем помрем, у нас будет возможность переиграть. Без читерения. Уже можно за венком идти. Я уже иду. Что ж так не везет-то нам, а? Здравствуйте. Good health to you. Что там с ним, с свинцом? What about the crown? Is it finished? I'm a man of my word, of course. Thank the Lord you found that Moldavite. It wouldn't be the same without it. Хорошо, теперь, господи, главное не обделаться в этом лагере. Серьезно. Хотя, кстати, пока мы туда будем идти, возможно, уже ночь настанет. Будет темно и страшно.
Моника, привет. Ой. Да здравствует боль, блин. Так, нам налево. Боже, хоть бы повезло, а? Я не хочу страдать опять в этом лагере. Господи, здесь выход есть. Самое обидное то, что реально мы купили это зелье лучника, это зелье красноречия, и вообще ноль эффекта. Ни там, ни... Не, ну, конечно, зелье красноречия-то сработало. Но, понимаешь, проблема в чем? То, что не было красноречия в пункте с этим уродом. Надо было все-таки... Я просто боялась, знаете, что будет? То, что мы как бы отстреляем, и нам не дадут... То есть сразу диалог начнется на убалтывание, и нам не дадут его выпить. Я его выпила сразу же. В итоге, считаю, профукала. Ой, блин. Вот этот стрим просто какой-то полный проблем... И неурядец. То нас убивают, то других убивают. Вообще полная дичь происходит. Вот предыдущий был такой, ну, бодренький, веселенький. Столько всего хорошего произошло. Мы и там сделали. Здесь единственное, что было хорошо, у ачивка следопыт, это то, что свиданка с Терезой, понимаешь, удалась. И все, в общем-то. А тут и ведьм профукали, и вот это задание что-то нам мозги пудрит. Прям вообще. Ну ладно, будем надеяться, что хотя бы... Если этот придурок там еще живой в этом лагере, мы его снова тем же методом придушим и проткнем его на этот раз. Заберем все, что у него было. Единственное, что наше возвращение вот туда будет очень... Скорее всего, продолжительно, потому что если у меня будет перевес... Да, идти мы будем очень долго. Ну, посмотрим. Может быть, нам повезет. В конце концов, я более-менее разгреблась. Там вроде еще дорогие всякие стаканы были. По сравнению с броней они не так много весят. Так что да. Посмотрим. Слушайте, а что там насчет стрел-то, лука и вообще? Ой. 38. Я, по-моему, свои тратила, да? Причем он мне выдал, да, и говорит, ты можешь использовать наши, а можешь использовать свои. А то, что во время этого самого испытания не дают, как бы это сказать... Ну, менять стрелы не открывается инвентарь. По крайней мере, раньше не открывался. Это как бы не учитывается. Так, вот оно, это место. Господи, повези мне. Сидит, да, урод? Сидит. Нет, стоп, это костер. А он, урод? Может, они рассосались? Знаешь, что надо сделать? Опа, привстал. Сразу стало видно и понятно, что там кто-то есть. Иди скорее проверь. Блин, кусты сраные. Hey, who's there? What we got here? Не сработало почему-то. В смысле? Даже кнопки даже не было. Вот это да, блин. Возможно. Да я же нажимаю этот сраный блок-то. Ну что ты делаешь-то? Нифига ты прокачанный. Я заметила, да. Да.
Я ж нажала, ну. Вот этот козлина. Бесит он меня, пипец. Умрешь ты сегодня, я тебе вот что говорю. Да я же нажимаю этот сраный блок, ну что ты делаешь? Ты нажала же, ну! Да нажала, паскуда тварь! Нет, только не раш! Нет, только не раш! Нет, не вижу нифига! Кусты, деревья. Кусты. Так. О, господи. Давай на свет, урод. Тебя в костер сейчас кину. Блин, потный мужик, слушай. Да нажимаю я на этот блок, паскуда ты. Как у него это получается? Ой, куст. Где я, блин? Помогите. О, гад. Он меня убьет, я вам отвечаю. Он меня убьет, и мы начнем все заново. Я его ненавижу, слушай. О! Сдохни, мразь. Убегаешь, сукин сын? Не убежишь. Ты умрешь, самый паскудный из всех смертей. Тебе воткну этот меч в задницу. Если догоню, конечно, тебе. Где ты есть, господи? Когда ты его толкаешь, он тоже, твой чувак, падает, конечно, на ходу. Ай, гадина. Я могла бы попробовать его, конечно, из лука пристрелить, но мне кажется, у меня это может не получиться банально. Хотя... Не, ну на ходу я не могу прицелить. Нет, слушай, он убежит так. Я не могу бежать и целиться, потому что, блин, это не Скайрим. Стой, мужик. Спасибо, Господь. Я уверовала. Просто... Причем, самое интересное, он меня не слышал, не видел. Я к нему подхожу уже сзади, уже все, уже должна кнопочка появиться, но она не появляется. Думаю, ну блин, может я сама попробую. Ой. А прикинь, мы сейчас придем, а там еще один. У меня аж наплечники пропали, смотри. У меня тело, кусок пропал, блин, после этой битвы. Вообще, вот после такого я бы сохранилась, если честно. Знаешь что? Во время боя нам не разрешают же ничего такого делать, поэтому... А, ой, это же не то. Лечи меня. Да-да-да, тень вообще потрясающая. Вот серьезно, вот после вот этого мини-патчика 14-мегабайтного появились вот такие вот странности. Игра стала, точнее, текстуры в ней начали как-то медленнее грузиться. Очень часто мыло вот появляется. Ты приходишь куда-то, а там не прогружено нифига. Вот такие вот моменты тоже. Не знаю, что там он исправлял, этот патч, и что это там вышло.
Но что-то он не помог. Это, кстати, вот тот вот. Да, Мартин все еще лежит. Сундук берем. Все берем, блин. Ой, перегруз. Кстати, чуть-чуть перегруз. Если сейчас какая-нибудь крыса выползет, пока я вот вошкаюсь. Льняная рубаха, нахрен ее. Подожди, я чуть ее такое подобрала, что там перегруз такой. Повязки. Кстати, насчет повязок. Применить. Кровотечения же нет. Блин, я постоянно забываю, что это за кровотечение. 20. Нафиг. Я переживу как-нибудь. Так, и что-нибудь скушать тогда? Блин, ну ровно, ну почему? Ой, прощайте, труселя. Не, подожди, надо что-нибудь другое. Вот это вот, например. Оно же не надето на мне. А почему оно на мне не надето? Потому что я это сняла, очевидно. Ладно, давай выкидываем. Все. Топим до дому, до хаты. В смысле? А, вот, работает. Труп на... В жопу труп. Мне сейчас не хватало еще вот с трупами тут общаться. Ой. Болезненная просто серия. Серия полная боли. И предыдущая, и это... Жесть. Надо срочно учиться стрелять из лука. Серьезно. Без этого навыка... Путник. В задницу путника. Без этого навыка прям нам будет плохо. Плохо. Так, очень быстро сейчас сохранимся. Подожди, это что такое? Знак руки, причем с этой стороны почему-то. То есть это ранение, но почему оно справа? А, потому что правая рука. Правая рука, еще ранение в правую руку, блин. Моя ведущая рука. Э, дед, что ты делаешь? Где Тереза? Все, все, на часок хотя бы прилечь. Не, надо побольше, потому что магазины еще не открыты. Ой. Это чьи звуки были? Слышь, старый, хоры храпеть. Где Тереза? Зови ее. Все, спать дальше. Разбудил меня тут в 5 утра скотина хромая. Верни его на живот. Вы старые заходите на свидание. Вам нельзя в одной комнате ночевать. Ага. Все, гутен так. Встаем. Фу. Ну, учитывая, что мы и так идем в город распродаваться, можно и остальное тоже забрать. Придется латники все эти продать. В принципе, мы ими все равно не пользуемся. Осколок. Не хочется, честно, его продавать, потому что это чужая реликвия. Реликвия кого-то из нашей деревни. Я его потом повешу на стенку. Мне почему-то, кстати, кажется, что потом когда-нибудь вот эта свеча нам пользу сыграет. Я, конечно, не хочу говорить, на что похожа эта свеча. Просто она стоит, видите, вообще нисколько. Это вызывает некоторые подозрения. Вот. Серебряную чашку берем, украшенный кубок. И все, идем торговать. Я надеюсь, эта баба, пани, покроет мне мой ущерб. Потому что ей вино нужно, почему я за него плачу? Я вообще бедняк.
меня ничего нет, ни гроша за спиной. На свечку, которую мы будем держать позже. Я надеюсь, что эту свечку придется держать не нам, пока кто-то там будет с Терезой, а деду придется держать, пока мы будем в этой комнате с Терезой. Господи, когда я сдам это задание, я напьюсь, я вам отвечаю. Я набухаюсь просто до отравления и смерти своей, наверное. Блин, ну какая клевая игра. Вот в какой игре у тебя столько проблем будет, да? За какие живые серии получаются зато? Полные эмоций самых разных. От радости до отчаяния. И вот эти вот болезненные ситуации, они заставляют тебя шевелиться. Думать. Пытаться что-то там сделать. И это крутота, конечно. Ты кто вообще? Good day to you. У тебя имя есть, ты подозрительный что-то. Мы с ним не разговаривали до этого, не? Что-то не помню. Ой. Надо потом еще реально какие-нибудь красивые тряпочки держать, чтобы обаяние было. Этим же винищем, которое сдадим, им набухаться. Не, ну... Мы же его сдадим. Как мы им набухаемся-то? Если только нас на свадьбу пригласят, конечно, там мы устроим. И невесту по жопе шлепнем. И жениху морду набьем. И зятю в харю плюнем. Все сделаем. И нажремся, естественно. Эй, всем. О, Рома. Блин, ты столько всего пропустил. Господи. Хотя, может быть, и лучше. Ты же сейчас сам играешь, поэтому тебе нельзя такое видеть. Слушай, а что у тебя за иконка такая? Так, вот он. Оружейник, здравствуйте. Очень надо с вами поговорить. God be with you. Так, а насчет поторговать. Так, доспех. А, это же оружейник, господи. Раньше они, кстати, вроде... Ладно, извините, ошиблась дверью. Я просто привыкла, что многие из них покупают вообще все. Почетный клипмейкер, типа. Да ладно! Серьезно? Если сделаешь много клипов на Твиче, дадут такую иконку? Ну ничего себе, это что, тоже какое-то нововведение, что ли? Забавно. Во, ребят, хотите... Такую же иконку. Делайте красивые клипы. И не забывайте давать им название, черт возьми. Потому что иногда делают клипы и не дают названий. Ты вообще... Ты не смотришь клипы, у которых нет своих названий. Потому что их много, и чаще всего там какое-то барахло. Какие-то абсолютно левые комментарии, которые непонятно зачем заклипаны. Страшная иконка, если честно. А мне нравится. Ну-ка, Рома, напиши что-нибудь. Вот, Ютуб, смотри. Рома, напиши что-нибудь срочно, чтоб ты увековечился на Ютубе. Давай. Мне иконка меча бесит больше, честно говоря, чем иконка клипмейкера этого. Чего они эти? Вот, смотрите, какая красивая иконка. Замечательная же. Не то, что вот этот зеленый меч, вот этот, который вообще никуда не вписывается. Фу. И главное, его поменять нельзя. Я там и так увековечен. Это ты так думаешь. Так, ладно, продать. Продать. Да? Давай вот так, кстати, сделаем. Чтобы понимать, что мы продаем. Ну, это, конечно, жалко. Но, с другой стороны, перчатки охотника, они же как бы кожаные. А латы... Я почему-то думаю, что я не буду носить латы. Ну, так не цельные, знаете, такие адовые какие-то. По крайней мере. Так, вот это, ага. Латные налокотники. Жалко, конечно, но... Хотя, кстати, они не так дорого стоят. Их можно было бы оставить.
И весит они не так много. Не, вот их я тогда оставлю. Стеганая шапка. Она хуже, чем то, что у нас. Украшенные сапоги. Но они стоят неплохо. Короче, продаем. У нас есть другие, нормально. Кожаный колет я его ношу. Обычно. Вот эту хрень я тоже не хочу продавать. Шоссы идут лесом. Потому что... Хотя у нас есть модные шоссы. Элегантная одежда горожан-дворян. Это на обаянии, по идее, должно сказываться. Ну так, не в циферках, а в общем. Зря, латы очень хорошая штука. Я думаю, мы еще и найдем их. Мне просто сейчас очень-очень-очень-очень-очень-очень нужны деньги. Слишком сильно нужны. И то я, видите, не получаю. Блин. Я все равно не получаю достаточного количества. Льняная ткань. Вот, понимаешь, вот этот броник покупает серебряные чашки. Как это работает? То есть оружейник покупает только оружие, зато броник покупает все. Хотя, может, он их потом переплавит. О, да. Все, хватает. А хотя сколько там было? Там не 150 было, там, по-моему, больше было. Ну, вот так вот как-то. Так, что там у нас? Я ничего лишнего не продала. Венецианское стекло. Понеслась. Let's have a word about the price. All right, so. Там 150 было, ну и хорошо. Хочу 190, давай. 195. Да. Since it's you. That's better. Ну, если вот так. Aye, that would do it. Слава богам. Все, теперь найти этого уродца. Где он есть? Что-то я не вижу задания, меня это расстраивает. А, он просто закрыл иконкой. Блин, пани мне должна просто втридорого отдать будет. Мало того, что вернуть мне 150, так еще и деньги, потраченные на лечение психики. Так, чувак, ты есть где? Ну, в туалете тебе нет. Где ты есть? А, вот ты. Козлина. My respects to you, sir. Угу. Давай вино. Наверняка у него это вино можно было просто украсть, но у меня нет отмычек. К сожалению. И купить его, их можно у этого вроде как, у пешика, но для этого нужно вроде как первое задание его выполнить, а я не думаю, что мне хватит времени. Вот, видите, мы теперь видим. Вот почему нельзя применить это долбанное красноречие? Вот когда у меня было плюс 5, понимаешь, у меня было в сумме 12, я могла бы его победить красноречием, но, понимаешь, здесь пункта даже такого нет. Жопа, блин, нечестно. Скотина. Слушай, подожди. You and I both know you'll be back, though. Может быть. Обаяние всего на две штуки. Что и дает обаяние, по идее, да? Теоретически. Что дает... Оп, стоп! Нет. Это снег. Стоять! Насчет вина. About the wine. You don't want to disappoint Lady Stephanie of Talmberg and her courier, do you? Lady Stephanie, you say? I've always liked her ladyship. Mm. You know what, then? Take the keg. And
Пара-пара-па. Пу. Стоять, мужик, мы разделись до полного обаяния, ты не устоишь. О да, деточка, господи, сколько счастья, сколько счастья. На самом деле, это все модные синие шоссы, которые я не продала. И снятые вот эти вот барахольские вещи. Вот, кстати, странно, что шаперон никак вообще не влияет. То есть вообще никак на обаяние. Хотя он вроде типа красивый, элитный. Мягкий пон уже. Ну да, они... Ну все, будем в модных штанах ходить. Где мои тапки? А, черт, тапок нет. Черт, а нет, вот они. Они, кстати, тоже не влияют на это самое. Все идеально. Вот так вот будем ходить всю свою жизнь. Так, теперь... Вот если бы у меня, кстати, не проданы были все мои украшенные вещи, наверное, если бы у меня они все были на мне, вообще было бы замечательно. Так, 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 так. Венец у меня есть, вино у меня есть. Чего я бегу, кстати? Мы можем уже телепортироваться, в принципе. Можем сейчас на часок. Хотя... Мы сейчас вот так вот сделаем. Да это ж джинсы! Теперь все ясно с этим купцом. А защита? Не, ну я имею в виду, когда диалоги какие-нибудь нужны. Если так ходить всю жизнь, жизнь будет короткой, несчастливой. Но ты этого не знаешь. Может, я в купцы подамся? Буду сидеть в городе. Хотя купцы обычно не сидят в городе. Смотри, какие, конечно, но это не важно. Господи, как хорошо, что не пришлось тратить эти деньги. Потому что, ну, 170 монет. И что-то мне сомнение есть, что эта баба бы восполнила бы мне эти траты. Противная Стефания. Мало того, что ночью пришла ко мне домогаться, когда у меня родители погибли, понимаешь? Я там хотела в горе посидеть. Переварить. О, здравствуй. Ты тут как? Живешь? Нормально? Где кроватка? Вот она. Блэх. Сейчас сохранится. Фух, спать. Сейчас, прикинь, поспали, и задание провалено. Время как-то закончилось. Как вот слово, господи. Не на исходе, а... Ну, поняли, короче. И стекло, во. Штаны с меня запачкаешь. Ничего не знаю. Они даже в запачканном виде хорошо выглядят. Так, надо хоть... Не знаю, нам обаяние наверняка на свадьбе пригодится. Пойдем так. Здрасте. Отойдите, пожалуйста. Иди, блин. Так, она наверху, что ли? Пытаюсь пройти. Да. Так, баба. Бесит ее искать каждый раз. Она тут или она там? Где тебя носит старая? Ну, она не старая, конечно. Все нормально, дай пройти. Бабонька, ты где? Алле. Стефания, еб. Стефания! О! Welcome, Henry. I'm glad you're here. Ты б знала, чего мне это стоило. Смотри, я голая уже все продала, блин, чтобы купить это сраное вино. The Lord save you. What do you need? Время истекло. Привет некоторым любителям исполнять желания. Кстати, да. Интересно подмечено. Я привела коня. I've brought the roan, my lady. That's wonderful. There weren't any problems with it, I hope. Nothing too serious. He's a little wild, but I was able to handle him in the end. Well, that won't do. Sophie can't have some wild horse at her wedding starting a stampede. But I've learnt a trick. If you sing to him, he calms down. You sang to a horse? It's quite true, I'm afraid. I sang to a horse. Well, then you'll have to sing something to me. Можете еще и на столе сплясать.
I don't know if I... So I know how to calm down that roan. Go ahead, sing. Two horses come roaming in the merry month of May to graze in the shade of the apple tree there. Бедный пацан. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to my... Пой, раздевайся с шестом. Oh, how beautiful. I'm not surprised the horse calmed down after hearing such a lovely voice. Ты не лошадь, чтоб мы тебе пели. Anyway, I'll think about what to do with the roan. But thank you, Henry. На тебе венец твой. I brought you the crown from the master engraver. Чуть не сдохла, пока его добывала. Оседла ее. Moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. So, what's next? Ой, YouTube, прости, что я говорю во время их диалогов, но, в принципе, здесь диалоги не такие важные, а чатик настолько прикольно упарывается, что невозможно это не зачитывать. I brought the wine. Wonderful, wonderful. No wedding is complete without good wine. Find somewhere here to put it down. I'll send for a servant to bring it later. I hope you had no problems acquiring it. Let's just say that when I got to the merchant, my task had only just begun. But you were able to handle it. Thank you so much, Henry. Мы вдруг в Инджерих. А, ну да, мы же не мы были. Я забыла. Все нормально. По субтитрам мы всегда Инджерих. What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. Ты дурак, что ли, блин? You taking the time to see me is reward enough. Дебил. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me. Денег дай. As well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. It's too valuable. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well, and I've no one else to give it to. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by. Да не дай бог вообще, что тебе запомнить. I could never forget you, my lady. Ну да, well, хотя с другой стороны верно. Won't you try it on at least? Так what? Right now? Раздевайся, Инджерих. Don't worry, I won't look. I'll turn my back. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else. Ладно. All right then. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young. Казанова ачивка. I really feel God heard my prayers. And она мне сраную рубашку дала за это. I'm ready. Маша, и штаны. Ma, you do look handsome. As fine as any gentleman. А у меня была, кстати, такая рубашка. Girl, there were always lots of other children around, and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Sir Divish had no children. No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady. Ух ты ж, ну блин, ну конечно, ну конечно. Она, блин, постоянно ищет повод. Просто постоянно. Любовь с первого... Мать моя. Нет, не троп... У тебя Тереза есть, чувак! Брось эту дурынду! Forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. О, все, понеслась. Девственность отдала вот этой корге. Как ты мог? No! Мое сердце разбито. Целый час, кстати, ушел на это дело. Эта розочка для Терезы цвела, ну что ж ты делаешь? Хотя с другой стороны, мы придем к Терезе уже опытными. Ну как опытными? Мы шпёхали Бьянку, предположительно, хотя бы один раз. Сейчас вот Пани,
А прикинь, она забеременеет! Вот это будет поворот! И ограбить ее. Ну чё, с первым секазом нас, я вам так скажу. И где мои прекрасные штаны, которые мне задарили? А их и нет. И где моя рубашка? Рубашка от Стефании. Не стоит ее носить при Терезе. А штаны? Или это были мои модные, они просто так сияли в свете? Ну, хотя они синие, слушай, а там были какие-то разноцветные. Магия какая-то просто. А дверь была открыта. Ну, это сейчас она открылась от сквозняка, наверняка. Ну-ка, что ты скажешь? Сесть? Мы даже с ней поговорим. Господи, ладно. Почему мне не дали выбора, хочу я с ней замутить или нет? Я просто хотела ей... Не в ту сторону. Я просто хотела ей помочь. Ну, ладно уж, типа, женщина, давай мы тебе поможем. Она нас домогалась с самого начала, блин, игры. Но это не значит, что я согласная. Моя розочка цвела для Терезы. What the fuck вообще, блин? Почему меня не спросили? Хотя, конечно. Ну, блин, я сейчас хотела пошутить, но это было бы слишком по-сексистски, поэтому, наверное, не стоит. Черт. Классный шмот поднимает харизму на 10. Вот эта рубашка вот эта, серьезно? В смысле? Сейчас посмотрим. Технически, да, ли можно было отказаться обнажить свою розочку перед ней. Ну, кстати, да, если только раздеваться, не раздеваться. Ну, блин, могли бы контрольный выбор дать. Черт, ну ладно. Я просто не могла отказать. О, реально, смотри. Вот это да. Но я, понимаешь, это надо вот модные вот эти штаны... Вот эти вот, вот эту рубашку и вот войти в зал, понимаешь, вот по красоте. Потому что я сейчас, если я сейчас вот это все говно на себя надену, видишь, что происходит? Оно падает. Его все меньше и меньше. Ой. Хотя не настолько меньше. А рубашку под вот этим всем не видно. И на ней не написано, что... Подожди. А, то есть у меня ее нет? В смысле, подожди. А, обаяние это что такое? Действие любовного зелья. Типа мы ее полюбили, что ли, уже, когда успели? Нет, рубашка Стефани, вот. Ну нет, это ненадолго, короче. Это не из-за рубашки, подожди. Рубашка на 2 всего повышает. Короче, рубашка говно. Ладно, не настолько, ладно. Обаяние 18. А, ну это если ты еще это выключает. Ну так-то да. Обаяние 14. Но это не то, это же все суммируется. Это здесь такие показатели. Ой, бляха-муха. Так, ладно. А вот тут у меня был вот этот шмот зеленый, который я продала. Да, конечно. Не, я буду мутить с Терезой. Нам, кстати, уже можно ехать туда. К Терезе и мутить с ней. Ухажер. Вот, да. Птичка-невеличка, добрый вор. Вот, кстати, может быть, и задание этого полудурочного выполним все-таки. А, вот, про кузнеца здесь еще выяснить можно было. Руины? Какие руины? Разбойники? А, точно ж. Обосновались в окрестностях врата и грабят местных. О, нет, не сегодня. Это вот эти вот придурочные и шкурки кабана. Короче, давайте здесь пока что остановим все это дело. Блин. Ну, хотя ладно, рубашка. Переспали за рубашку. Ну как? Нет, мы сделали кучу всяких дел за рубашку. Кстати, наши шмотки пропали. Ну, конечно. Добро долго лежать не будет. Вот здесь вот наша добришка лежала. Вот тут вот. Унесли, растаскали стервятники. Ладно, давайте закруглять серию, потому что уже все. Она и так уже длится овер дофига. По крайней мере, мы сдали это долбанное задание. У меня, кстати, нога поранена. Обе ноги, кстати говоря, поранены. Она мне ноги поломала. Извращенка! Садистка! Она мне ноги поломала.
Старая. В общем, решим, что мы будем делать. Вообще, конечно, я бы сходила к Терезе, пока это задание еще доступно. Потому что вот эти вот про кузнеца, оно вроде висит и вроде не собирается пропадать. Поэтому мы пока пойдем. Тебе, YouTube, скажем спасибо. И, в общем-то,